В результате ракетного удара, который Россия утром нанесла по Кривому Рогу, погибли 6 человек. Из них 5 – жители многоэтажки, 75 людей получили ранения, 22 из них находятся в больнице, 2 – в тяжелом состоянии. Спасательная операция в городе завершена, к ней были привлечены 350 человек. 1 августа в городе Кривой Рог объявлен днем траура по погибшим в результате этого теракта армии России. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. Сегодня штабы по оказанию помощи в городе будут работать до поздней ночи, а завтра с 8:30 утра. На мне повреждений нет. Я зашла в ванную. Если бы не зашла, то меня бы уже здесь не было, потому что стена от соседей в кухне упала к нам. С нашей кухни стена упала в комнату, как раз там, где диван, где мы спим. Стеной накрыло все. Спасли две стены. Это наука всем. Я просто случайно оказалась возле двух стен, вот так вот. И вот это вот сокон, как пошло с одной стороны и с другой стороны, сметало все на своем пути. Там ужас один. Вот. А я между двух стен, и меня это две стены в коридоре спасли. Да, я упала, но я стала жить. Окна, двери, у нас такие двери бронированные. Вывернула металлические. Две двери. Вывернула. А я стала жить.